Вопросы газификации стабильно в тройке самых актуальных. Инициативная группа из села Юровка обратилась к главе со своей проблемой. Проживают они на улице Кубанской и уже несколько лет пытаются добиться, чтобы в их дома пришло голубое топливо. Однако тех условий акционерное общество «Газпром» газораспределения «Краснодар» не выдает. Существующего давления в сетях недостаточно, чтобы подключить новых абонентов. Юрий Поляков дал поручение обратиться в край с просьбой о корректировке схемы газификации и увеличении мощности. А вот вторую проблему селян решили на месте. Улице Кубанской давно нужен ямочный ремонт. Сейчас у нас контракт есть, мы сейчас будем делать ямочный ремонт. Значит, в Юровке надо сделать какая улица? Кубанская. Улица Кубанская. О перебоях со светом в домах по улице Солнечной рассказали главе Анапы жительницы Субсеха. Причина – старая трансформаторная подстанция. Долгое время она была бесхозной, и это не единичный случай. По поручению Юрия Полякова администрация неоднократно обращалась в различные инстанции с настоятельной просьбой решить эту проблему. И результат есть. С ноября начат процесс передачи более 100 брошенных подстанций на баланс Кубанинерго. Когда он будет завершен, предприятие получит право направлять средства на их ремонт и реконструкцию. Будет сформирован план-график ремонтных работ, и Кубанинерго начнет приводить подстанции в нормальное состояние. Эта информация, я думаю, она уже есть везде. Везде. Сейчас дело за малым, да? Сделать ревизию и протянуть новые линии и усилить трансформаторы. Помимо проблемных вопросов были и предложения. Юрию Полякову представили проект реконструкции стадиона в селе Цибанабалка. Инвестор готов взять территорию в аренду и построить там современный спорткомплекс. Глава Анапы отметил, что это не должен быть в чистом виде коммерческий проект. Жители муниципалитета должны иметь возможность заниматься там на льготных условиях, а дети – бесплатно. Сейчас проект направлен на рассмотрение в структурные подразделения администрации. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа регион.